проект вместе с институтом «Стрелка», с проектно-архитектурным агентством работы. И нам очень важно, чтобы мы не просто думаем, что вот раз, и там с вечера на утро что-то у нас вот так вот совершенно другой город будет. Он нам и не нужен. А именно нужно все это сочетание, и вокруг того, что главное все-таки в этой части человек, а все сочетание вот зданий, учреждений, наша вода, самое главное, должно быть больше пешеходных зон. Вот это мы должны вот комплексно вместе с профессионалами, вместе с общественностью именно обсуждать и начинать потихоньку внедрять. Вот следующий этап, это будет пешеходная зона. Все-таки там какое приличное сейчас получается пешеходное пространство у нас со всеми вытекающими впоследствии там возможностями, я имею в виду и для бизнеса, создавать вот эту атмосферу притяжения и для всех остальных. Нам очень важно показывает, что в этой ситуации мы должны останавливаться. Ведь что такое будущее для города? Это благоустроенное настоящее. Поэтому ничего не придумаешь здесь другого.